Проведем очередной тест проверки Керхера. Я подключу грязевую фрезу. Вот сейчас посмотрим. Как она ощущает, в принципе. Пробовал до этого обыкновенную насадку, но ничего не дало. Еще что хотелось бы из рекомендаций, используйте толстый кабель, потому что если будете использовать тонкий кабель, у него возможно будет большое сопротивление и двигатель будет работать рывками. Всем спасибо за просмотр.